гоняю здесь, говорю, в желтых шортах. Ну, в свободное время. Ну, у меня где есть... ты их нашел? Кстати, у меня есть фотка с Шомой. Я в голубых шортах, а он в желтых. И мы типа флаг Украины. Казалось бы, да? Причем тут? Да, причем тут Украина. Но они были побольше. Откуда у тебя такие шорты? Умоляю, скажи мне это. Я просто нашел здесь чьи-то. Я откуда знаю. Ого. Сижу в шортах. Только, угу. Думаю, поставлю кусок мяса, чисто кину на железку, типа пожарю всем. Угу. Кидаю кусок мяса, заходит зам по тыл. Начинает задавать тупые вопросы. Он говорит, ты же надела эти погоны. Я говорю, увольте меня, отправьте меня в Россию. Я только этого и ждал, да? Да я только этого и ждал. Еще институт сейчас, если реально турнут, это вообще кошмар. У меня армия была на втором месте, институт на первом. Я чисто подписал контракт, пока вот 3 года учебы, 3 года института, чтобы потом с вышкой свалить с этой армии вонючей. А сейчас эта армия вонючая мне руинит весь институт. Да отсюда уже уволиться сложно. Тут уже все, короче. Это... Как это сложно? Лафа закрылась. Ну просто тебя не выпускают в Россию и все. Офигеть. Я уже хотел пару дней назад сказать, все, я салам алейкум. Но нет, не получается. Тебя просто здесь морозит и все. Ну да, конечно. Бросил учебу, защищаешь родину. Какую родину я защищаю? Тут бабку вижу, мне стыдно его глаза смотреть. У нее был нормальный дом, мы пришли его просто кусочки.